Всех приветствую, друзья. Выбрался я на первый коп в 2022 году. Вот. Приехал я в старую деревню. Вот. Она сейчас уже, сами видите, не жила давным-давно. В советское время она где-то в годах 60-х, 70-х уже была расселена. Вот. Сначала сюда согнали с хуторов всех. Вот. А потом уже расселили. Домов, фундаментов от домов очень много. Вот. Посмотрим, что нам сегодня преподнесет. Какие будут находки интересные. Буду, конечно, снимать все. Вот. Ну и в конце, конечно, результат. Так что приятно. Буквально подошел я к первому фундаменту. Вот. Пару успел сделать находочек. Вот такой бонус у меня лежит. Видимо, кто-то копал. Не забрал, оставил. Ну, я на своем бульваре его как раз и вывезу. Так что будем ходить дальше. Да, буду, наверное, копать чисто только по цветным сигналам, потому что деревня большая, как бы, а времени мало. Так что посмотрим. Вот, друзья, уехал с той деревни, приехал на хутор. В прошлом году я здесь был, на этом хуторе. Как бы уже трава стояла, особо было не походить. Приехал вот сейчас снова. Там в деревне особо такого ничего не нашел. Вот тут построечка такая. Сейчас вдоль нее тоже копаю. И вот очередная находочка выскочила. Вот она. Сейчас пойду ее получше водичкой помою. И вам покажу. Вот помыл я медальку. Пролетариат всех стран, соединяйтесь. 10 лет Октябрьской революции. Без зацепчика. Целенькая. Не знаю, насколько я прав, но я догадываюсь, что тут кузнец жил. Это, наверное, у него кузница тут была. В прошлом году я вот с этой ямки шуршил. Целый мешок металла вывез. Ну, правда, мелкий он такой. Вот, и начал с этого угла в этом году. И вот, видите, он такой вот весь мелкий. Ну, очень много я тогда. Вон подковы всякие. Вон ободки медные со снарядов. Вот такой вот молоточек. Он, видите, расплющенный. Видимо, долго им били. Вот. Так что, ну, сейчас еще побегаю здесь по самому хутору. Как надоест, сюда приду. Потом, как мне здесь надоест шуршить, пойду опять по хутору ходить. И так... Будем ходить, искать еще находочки. Насадил я уже практически пол мешка. Даже, наверное, больше. И все мелочуги. Вот. Вот тут всякие подковы встречаются. Еще один молоточек маленький такой же нашел. Там всякая вот медяшка. Ободки от снарядов. Вот. Просто лезут. Металл просто лезет мелкий. Но уверенно. Вон тут уже. Что, наверное, на сегодня я закончу здесь копать. Приеду как-нибудь, добью эту кузницу позже. Потому что и так надо мешок сейчас будет волочить как-то до машины. Ну, вон тут металл просто лезет. Причем вот я тут взял-то кусочек. Надоело мне там копаться. Пошел я побегать. Шел к такому подвальчику. В подвальчике тут покопал, особо ничего не было. Вот очередной сигнальчик такой выскочил. Нет. И вот первое серебришко в этом году. Колечко. Колечко, обручальное колечко. Чуть-чуть помятое, правда. Такое вот колечко. Сейчас аккуратно почищу. Оп, уже потерял. Посмотрю, нет ли какой надписи. Да, аккуратненько почистил. Надписи никакой нет, только два клейма стоит. 84-я проба. И кто производил. Ну, хуторок начинает меня радовать уже. Ну вот, закончил я сегодняшний коп.
порадовали, конечно, две находочки. Колечко серебряное, медалька. Ну, тут всякий шмурдяк, алюминий, медь. Так что немного накопал металла. А там еще мешок целый забил всяким металлом. Из деревни, из этого хутора. Ну, с этого хутора намного больше металлолома. Молоточки вот такие нашел. Я до этого находил. Ну, тут, наверное, кузнец все-таки жил. Вот. Топорик и второй там подковы вот тут лежат. Целенькие. Так что птички поют. Весна полным ходом. Так что всем спасибо за просмотры. Удачи!